Всем привет, с вами Автозвук своими руками. Сегодня у меня на обзоре очередная эстрадная акустика или эстрадный динамик, или кто как хочет, так и называйте. Смысл от этого не меняется. Это у нас динамики на неодимовом магните. Компания MOMA Equipped, модель HE717. Вот здесь немножко у нас характеристик на коробке. Это 6,5-дюймовый mid-range спикер, то есть среднечастотник. Неодимовый магнит, 1,5-дюймовая катушка, долговременная подводимая мощность 130 Вт, номинальный импеданс 4 Ома, чувствительность 95 дБ, диапазон частот от 100 Гц до 10 кГц. В коробке идет два динамика в пакетах, я уже их доставал, и все, больше ничего нет. Вот так выглядит динамик. Колпачок просвечивается. Он из ткани сделан. То есть такое плетение. И спрессованная такая ткань, чем-то пропитанная и приклеенная. То есть от пыли она защищает. Дополнительная вентиляция есть обалденная. То есть насквозь светится, видно. Здесь еще дополнительные 6 отверстий. То есть катушки довольно-таки много охлаждения. Вот так выглядит сверху. Здесь принт HE717, здесь принт MOMA Equipped. Колпачок приклеен матовым таким клеем, не глянцевым. Диффузор из бумаги. Кстати, довольно-таки плотная бумага, тоже тяжело прогнуть ее. Хорошая бумага такая, прессованная. Вот. Подвес довольно-таки упругий. Широкая волна сверху. Сверху две волны, снизу одна волна. Хорошо приклеено все, излишков клея не вижу никаких. Ну, кроме как вот здесь колпачок приклеен. Ну, он довольно-таки хорошо проклеен. И в глаза не бросается матовый клей, он сливается с диффузором. Здесь довольно-таки твердая пенка. Четыре отверстия крепежных. Корзина штампованная. Довольно-таки глухая. Здесь вот как я люблю. Парные клеммы одинаковые, лопарочки, подводящие приклеены к диффузору, довольно-таки неплохо приклеены, подводящие толстые, шайба черного цвета, надеюсь, видно. Вот такой вот неодимовый магнит, интересный. Он, я так понял, трехсоставной, это как магнитопровод идет, два магнита. Ну, очень легкий динамик, навскидку так, ну, грамм 650 примерно, меньше килограмма, мне кажется, весит. Довольно-таки легкий динамик. В принципе, наверное, все по внешнему виду. Сейчас, наверное, включу, послушайте. Громко включать не буду, потому что что-то последнее время у меня микрофон шалит. Начал искажать звук, почему-то плавает иногда звук. Динамики идут парами, поэтому достану второй, вот посмотрите. Вот так вот второй выглядит. Все ровненько, принты равномерно, параллельно отверстия. Здесь вот немножко клея побольше налито, такие излишки. Но в остальном все нормально. В остальном все четко. Вот такие вот динамики. Сейчас послушаю, вспомню, как они звучат, расскажу вам. Потому что я уже столько акустики отслушал, что начинаю забывать, какие как звучат. Thank you.
На небольшой громкости они довольно-таки хорошо басят. Даже по сравнению там, с Уралами, по сравнению с Прайдом. На слух у них бас жирнее и приятнее. Что касается середины. Середина у них не такая яркая, как хотелось бы. Но вот на мой вкус, именно на мой вкус, это как раз вот то, что мне нравится. Вот я люблю такую вот не сильно яркую середину, чтобы она чуть-чуть была по суше, чтобы не била по ушам, но довольно-таки громкая. По громкости не уступает динамик никому, абсолютно никому не уступил. Единственное, что в плане высоких он уступает Прайдам. Остальные динамики уступают ему. Этот динамик выгоден тем, что он не очень дорогой. И если пускать даже в двухполоску, то есть если делать полную дверь этих динамиков, то он будет еще и стучать. Панч ярко выраженный. На мой вкус звук отличный просто. Именно поэтому я их выбрал. Именно потому, что у них вот такое вот звучание. В общем, если ищете динамик в середину, в трехполоску, то советую. Но желательно все равно резать сверху, где-то после 8 кГц хотя бы. А лучше еще ниже. Потому что все равно искажения на высоких появляются рано или поздно. Чем громче, тем, как говорится, будет больше искажений. Ну, чувствительность довольно-таки хорошая у динамика, да, очень громкий. Мне понравилась и громкость, и чувствительность, и диапазон частот, который он проигрывает. Довольно-таки хорошая АЧХ у него. В принципе, все, что хотел сказать про этот динамик. Если обзор вам был полезен, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Оставайтесь с нами, буду искать еще всякие разные полезности. Возможно, запишу какие-то уроки еще, советы и так далее. Все, всем пока.